Электрички сбили 3 человек за полчаса в одном и том же месте в Подмосковье. 3 человека погибли в течение получаса на одном перегоне в Подмосковье, сообщила Ленте.ру Елена Марковская, официальный представитель Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте. По ее словам, трагедия произошла в пятницу, 6 апреля, в районе платформы Фаустова в Воскресенском районе. Около 20:15 на 65-м километре рязанского направления Московской железной дороги электричка «Москва-Рязань» сбила неизвестного мужчину. А примерно в 20:50 на 66-м километре этого же перегона электропоезд «Москва-Шиферная» сбил сразу 2 молодых людей, 1997 и 1999 годов рождения. Все пострадавшие от полученных травм скончались на месте, рассказала Марковская. Она уточнила, что оба несчастных случая произошли в местах, где переход через железнодорожные пути не предусмотрен. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства и причины трагедии выясняются. Как рассказал Ленте.ру источник в правоохранительных органах, первый мужчина погиб, пытаясь перебежать через пути перед приближающимся поездом. А 2 молодых человека шли по рельсам, слушая музыку в наушниках, и не реагировали на сигналы машиниста электропоезда. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.